Ну что, сегодня мы будем с вами вязать вот эту сумку в виде трапеции. Ушло у меня 200 метров шнура, и вот все, что осталось от этих 200 метров. Ручки связаны соединительными столбиками. Здесь столбики за заднюю стеночку. Поехали вязать! Приступим к вязанию. У меня в руках шнур 6 мм диаметром с сердечником и крючок номер 6. Можно взять и больше. Сразу хочу ответить на ваш вопрос, где я покупаю шнур. Подробное видео есть на моем канале. Можете его посмотреть, я раскрываю прям все-все-все секреты. Для сравнения, у меня сейчас в руках номер 12. Мало ли вам понравится этот цвет, и вы захотите заказать себе точно такой. Давайте еще раз прокручу палетку. Здесь есть и матовые оттенки, и блестящие оттенки, да, вот они. Есть очень яркие. Нюдовые, пожалуйста, да, вот этим мы вязали недавно ковер. Вот этот зеленый, очень красивый. Мятный, я бы даже сказала. Есть блестящие, вот они тоже, да. Выбор великолепный. Вот это с люрексом. Поэтому, если вам интересно по шнуру, посмотрите видео и ответите на все свои вопросы. Там есть все контакты, с кем связываться, звоните девчонкам, потому что я не являюсь представителем данного завода, могу просто рассказать где. Потому что получила очень много комментариев. Те девчонки, которые живут в Литве, даже не знали, что у них рядом завод есть. Так, шнур у меня в руках, приступаем к вязанию. Вначале, для начала я запаиваю конец шнура, чтобы он не лохматился и не поролся. Делается это зажигалкой очень просто. Сумочка у нас будет с вами овальная. Как вязать овал, кстати, тоже есть подробное видео у меня на канале со всеми рисунками. Но сегодня мы свяжем с вами по петелькам. Первую тоже считаю, я ее затянула. И набираем 15 всего петель для начала. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кажется мало, но нет, сумка будет достаточно вместительной, большой. Одна петля подъема. Пропускаем вот эту, и в следующую петлю мы будем провязывать с вами столбик без накида. Только как делаю это я? Вот здесь есть раз, два, три перемычки, да, у косички. Мы вот по 2 столбик без накида, да, вот сюда. Остается только одна перемычечка, так до конца ряда. Я дошла до конца, и в последнюю петлю я провязываю 3 столбика. Это по принципу вязания овала или круга. Раз, два и три. Вот этот хвостик будем сразу же ввязывать. И у нас осталась одна перемычка, и мы пошли уже, развернули вязание, вязать по кругу. За вот эту одну перемычечку мы провязываем тоже столбики без накида по кругу. Так до конца ряда, до конца, до последней петли. Вот в нее мы уже провязали один столбик, осталось сюда провязать 2. Раз и 2. Значит, в крайние петли у нас провязано 3 столбика в этот и 3 столбика вот в этот. Далее мы будем вязать по спирали, но я обязательно, конечно же, поставлю маркер на последнюю петлю. Потому что вязание по спирали, конечно, может запутать. По принципу круга мы вот в эту петлю провязываем 2 столбика. Но провязывать я буду за заднюю перемычку. Раз, два. В каждую следующую петельку я буду провязывать за заднюю перемычку
пост одному столбику без накида. Вот этот конец, который у меня там остался на обратной стороне, я его потом еще ниточкой с иголочкой обязательно прихвачу, чтобы сумкой, чтобы он точно никуда не делся, потому что сумку мы будем стирать в стиральной машинке, таскать на пляж, носить продукты. Сумка, надо сказать, она не снашиваемая вообще, поэтому, чтобы этот кончик вдруг куда-то у нас там не делся, я его, конечно же, закреплю. Мы подходим к концу ряда. Вот у нас 1, 2 и 3 петли. В каждую я буду провязывать за заднюю стеночку по 2 петельки. Да, и последний. Так мы разворачиваем свое вязание и дальше идем по кругу. Я подошла к концу второго ряда. Вот в эту петлю мы уже провязали 2 столбика, а вот в эти 2, 1 и 2, еще нет. Провязываем 2 столбика в этот и 2 столбика в этот. И меняем маркер. На последнюю петлю я ставлю его этого ряда. Напомню, что мы провязали с вами 2. 1 и 2. Третий ряд. Мы должны провязать с вами в первую 2 столбика. Во вторую петлю из этой группы, да, из 2. Провязываем 1 столбик. И пошли по кругу. В каждый столбик по 1 столбику. До конца ряда по 1 столбику за заднюю перемычку в каждый столбик. Встретимся вот здесь. Я дошла до первого поворота. Впереди у меня группа из 2 столбиков, 3, ну, 2, 2 и 2, да, на повороте. В первую мы провязываем 2 столбика, первую петлю, в следующую 1, в следующую 2. Следующую 1, 2 и 1. Развернули свое вязание и пошли вязать до конца этого ряда в каждый столбик за заднюю перемычку по 1 столбику. Дошла до конца третьего ряда, и нам нужно развернуться. Вот сюда мы уже провязывали 2 столбика и 1, а здесь у нас впереди 2 группы из 2 столбиков. Вот здесь 2 и здесь 2 в одну петельку. Значит, вначале мы провязываем первые 2, следующую 1, следующую 2. И в следующую 1. Завершили свой третий ряд и меняем маркер. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Здесь я поменяю немножко схему, чтобы он не получался бы таким, знаете, ну, острые углы. Здесь у меня 2 столбика и 1. Я сейчас провяжу в начале. Сейчас нам надо будет вязать как бы 2 столбика и 2 столбика вместе. Я провяжу в начале 2 столбика, а потом двойной столбик. 1 и 2. Прибавочку сделаю здесь. И развернула свое вязание. Теперь мне нужно провязать в каждый столбик по 1 столбику, пока не дойду до своего, вот до своих прибавок. Здесь мои прибавки. 2 столбика, 1, 2, 1, 2, 1. Я вначале сделаю, чтобы вот как бы хаотично было. Я провяжу 2 столбика в каждый столбик. По столбику
А сейчас сюда сделаю прибавочку. Два столбика. Прибавка. Прибавка — это в одно основание связаны два столбика. Два столбика опять, каждый столбик свой столбик и прибавка. Два столбика в одну петлю. Раз и два. И пойду вязать до конца этого ряда, вот до сюда, петелька в петельку. Заканчиваю вязать четвертый ряд. Вот я дошла до предыдущей моей прибавки. Сюда я буду провязывать каждый столбик по одному столбику. Раз, два. И прибавочку. Два столбика в одно основание. И еще столбик. Раз, два. И сюда прибавочку. Маркер переставляю на последнюю петлю. 4 ряда готово. Считаю, что еще одного будет достаточно. Здесь у меня получается, я вязала 1-1 прибавка. Сейчас делаю наоборот. Прибавка. Раз, два и три петли. Раз, два, три. Дальше пойду по кругу, петелька в петельку. Я дошла до поворота, помните, мы провязывали петля-петля, прибавка. Вот сейчас я сюда провяжу прибавку в начале. Раз, два и три петли. Раз, два, три. Прибавка. И 3 петли. Раз, два, три. Прибавка. И 3 петли. 3 петли и по кругу вот до сюда. Мы дошли до начала нашего поворота. Помните, мы провязывали петля-петля, прибавка, петля-петля, прибавка. Вот сейчас я в начале буду прибавочку делать. И 3 петли. Раз, два и 3. Прибавка. 3 петли. Все, мы закончили наше донышко. Перевешиваю маркер, чтобы знать, где у нас там это все закончилось. Да, вот так у нас получилось. Мы провязали своих 5 рядов. Раз, два, три, четыре, пять. И будем переходить к стеночкам. Как я это делаю? Вот этот маркер я не снимаю, он мне нужен. Чтобы здесь по краю сумочки была красивая косичка, я буду столбики провязывать. Простые столбики без накида за заднюю вот эту вот. То есть косичка остается, а вот сзади есть вот такая штучка. Вот за нее. По кругу, без каких-либо прибавок, убавок. Просто по кругу провязываем столбики без накида. Для того, чтобы оно вот так вот уже поворачивалось, как нам надо. Я провязала первый ряд наших стенок. Дошла до конца. Далее мы будем точно так же вязать по спирали, как и вязали, и нашла серединки. Серединку найти очень легко с одного края, с другого, потому что здесь будут прибавочки. Я нашла наш второй рядочек, где пары 2, 2 и 2. И вот эти серединки, две двоечки, вот наверх добежала, и вот они, пожалуйста, да, две серединки. С той стороны то же самое. Этот ряд я сейчас буду вязать за верхнюю вот перемычку, как и предыдущее донышко, до вот этого первого желтого маркера.
без прибавок, убавок, ничего, да, такого. Просто дальше продолжаем вязать по кругу и встретимся уже вот здесь. Я дошла до своих маркеров, и здесь я делаю прибавку. В этот столбик 2 столбика провязываю. И в следующий столбик мы провязываем 2 столбика. Далее мы вяжем по кругу, точно так же, за заднюю стеночку. Сюда, когда дойдем, мы провяжем тоже прибавку. Здесь 2 столбика и здесь 2 столбика. Следующий ряд, уже третий, у нас будет без прибавок и убавок. Встретимся через ряд. Этот ряд вы заканчиваете и следующий вяжете без прибавок. Так, я провязала 3 ряда. Вот 1, 2, 3. Не буду дальше мучить вас подробно каждым рядом. Сейчас мы просто схематично зарисуем. Да, главное, что вы пометили вот эти и вот эти вот серединки. И сейчас я вам все расскажу, как дальше вязать. Вот смотрите, первый ряд, я буду считать вот этот вот первый ряд, да? Мы его связали без прибавок. Вот наши вот эти вот 2 столбика, которые вот здесь я зарисовала, это и есть, вот будем плясать от этих 2 желтых маркеров. Далее мы во втором ряду провяжем в каждый этот столбик по 2 столбика. Так мы и сделали. Вот, да? 2 и вот 2. Следующий, третий ряд мы свяжем просто столбиками, без каких-либо прибавок. Каждый столбик будет по столбику. Ну и по кругу, да? Четвертый ряд тоже без прибавок. Пятый ряд. Мы вот эти 2 столбика провяжем, как провязывали, а вот в крайние мы провяжем прибавки. Ну и дальше пошло, да? Шестой ряд прибавок не будет. Седьмой ряд прибавок не будет. Восьмой ряд будут прибавки. Здесь мы провяжем столбик, столбик. Здесь прибавка. Здесь дальше пошли по кругу. Девятый ряд прибавок не будет. Десятый ряд прибавки не будет. Одиннадцатый ряд прибавка будет. Первый, вот эти серединки 2 столбика, их провязываем как обычно, здесь прибавка. Двенадцатый ряд без прибавок. 13-й ряд без прибавок. 14-й ряд посмотрим, что у нас там получается. Встретимся уже тогда в 14-м ряду. Я надеюсь, вам понятно. Вот это 2 желтых маркера ваших, и отсюда мы пляшем. Это с каждого края, вот с этого и вот с этого мы будем делать прибавки, чтобы создавать такой вот как треугольничка, да? Чтобы сумочка наша становилась шире и шире. Все, встретимся в 14-м ряду. Надеюсь, здесь вам все понятно. Так, ну, моя сумочка уже выросла вот так, на 19 рядов. В принципе, ее можно и продолжать. Вот видите, такая трапеция получается. Давайте я вам сейчас покажу, как это у меня выглядит все на бумаге, чтобы вы понимали принцип. Вот, мы с вами закончили вот здесь, вот в 14-м ряду я обещала, что мы с вами встретимся. Но я еще сделала прибавку также посередине, оставляя 2. Потом 2 ряда без прибавок. 17-й ряд с прибавками и 18-й, 19 без прибавок. Как это выглядит вот здесь? Ну вот, видите, да, она расширилась. То есть, если вы захотите дальше продолжать, вы также продолжаете вот 2 прибавки, да? Посередине 2 петли, 2 ряда без прибавок и так далее. Просто тогда получается сама эта трапеция, видите, она очень такой правильной, красивой формы. Не слишком широко и не прямоугольно. И донышко, видите, как красиво получается. Вообще сумку можно складывать, сминать как угодно. И ничего не становится. Вот, теперь нам осталось связать ручки.
Я уже поделила пополам, вот когда так сложено, очень легко посмотреть, где серединки. Но обязательно пересчитайте, чтобы и с этой стороны, и с той стороны было одинаковое количество петель. И я уже отметила, где будут мои будущие ручки. Значит, у меня получилось здесь эту петлю, которая крайне я не считаю, 12. Отметила маркер, и отсюда 12, отметила маркер. Здесь то же самое, да, 12 маркер, 12 маркер. Ручка у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. Сейчас мы с вами начнем вязать те самые ручки, и сумка будет готова. Вот здесь у меня закончился 19 ряд, но я еще до первой ручки буду вязать этими же столбиками за заднюю стенку. До первой ручки. Так, мне кажется, переход менее заметен. То есть совсем не обязательно вязать ручки именно так, как я показываю, но мне этот вариант безумно нравится. Они такие приятные в руках. Так. Вот я сделала последний за заднюю стенку, а теперь, чтобы все это сильнее и крепче держалось, я сделаю за две. Столбик без накида за две стеночки. Вот так. Да, понятно, что здесь будет лучше и крепче держаться. И теперь я набираю 35 воздушных петель. Раз, два. Три, четыре, пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35. 35 готово. Почему именно 35? Потому что именно в таком количестве легко сумку будет повесить на плечо. Что тоже немаловажно. И вот сюда я тоже соединяюсь за две, да, за всю петельку, чтобы крепче держалась. И теперь я пойду вязать за заднюю стеночку простые столбики. Точно так же аналогично делаем вторую ручку и встретимся уже вот здесь вот перед этой ручкой вот тут. Ну вот так сейчас выглядит ваша сумка. Здесь по 35 петель. Да, я набрала и с этой стороны, и с этой стороны. Вот моя серединка, и я дошла до первой ручки. И теперь я буду вязать соединительными столбиками. То есть, так, здесь еще последний простой за заднюю стеночку. А сейчас я пойду вязать соединительными столбиками. Вот так это выглядит. И ручка, и края, все-все-все соединительными столбиками. Вот так вот. Моя задача, чтобы вписаться в 200 метров, поэтому я посмотрю, сколько таких рядов у меня будет. То есть здесь тоже соединительные столбики, да, будет, и здесь тоже соединительные столбики. Мы идем соединительными столбиками по кругу. Сейчас покажу, как это все выглядит. Ну вот, я соединительными столбиками прошлась, у меня получилось... Раз, два, три, четыре ряда. И видите, с этой стороны такая полукруглая. Очень приятно ее держать в руках. Мне кажется, выглядит она достаточно эстетично. Вот, и я дошла до... Вот я прошла серединку и дошла до начала, где мы начинали. Да, теперь я обрезаю веревку. Поджигаю ее зажигалочкой. И дальше прячу на ту сторону. Так, перехода вообще не видно. И здесь дальше уже этот хвостик, я его уберу вот здесь вот, да? Вот, что я вам хотела сказать. Размер сумки давайте сразу.
размер сумки у меня получился в самой ее широкой части 51. Донышко, только донышко, 28. Высота сумки, давайте, вот это вот у нас донышко заканчивается. Высота сумки у меня 27-28, примерно так. Ручки 35 петель, и это, как так померить вам поудобнее, 34-35 сантиметров. Вот, сумка, в принципе, готова. Носите на здоровье, пользуйтесь. Кстати, я тут сумку вывернула на левую сторону, она вполне может быть и двухсторонней, и выглядит вполне себе ничего.